4 апреля в деревне Универсиады состоялось торжественное открытие 28-й Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Состязаться между собой предстоит школьникам с абсолютно разных городов и регионов России. Все участники являются достаточно подготовленными. Это победители и призеры различных IT-конкурсов. Продлится олимпиада до 9 апреля. Конечно, есть на Всероссийской олимпиаде участники из Татарстана и конкретно из нашего лицея имени Лобачевского. И мы очень рады, что они уже вошли в этот состав Всероссийской олимпиады. Мы очень надеемся, что кто-то из них попадет и на мировую, международную олимпиаду. Будем за них болеть. А сейчас остается им пожелать только успехов, потому что весь Казанский федеральный университет переживает, как они выступят на этой Всероссийской олимпиаде. Стоит отметить, что Всероссийская олимпиада по информатике для школьников в Казани проходит уже во второй раз. Впервые ее провели в 2012 году, и среди участников есть и те, кто испытал свои силы на первой олимпиаде. Первый опыт участия в ней, по признанию самих участников, является очень ценным. Последние несколько годов задачи были скорее не на знание каких-то алгоритмов особых, а на особую идею, которую ты можешь применить. Вообще главное перед олимпиадой, вот именно перед олимпиадой, это хорошо отдохнуть. То есть вот сейчас загружать голову чем-то особыми алгоритмами не нужно. Все участники рассматривают состязание практически как репетицию международной олимпиады по информатике IOI, которая пройдет уже в августе этого года. Открытие Всероссийской олимпиады по информатике стало большим событием для Казани. И Казанский университет не остался в стороне. КФУ является одним из главных организаторов ее проведения. Университет заинтересован не только в проведении олимпиады, но и в достижении больших высот школьниками нашей республики. Ведь IT-достижения являются большим шагом в будущее. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Универ News. We'll be right back.